Более 4 миллиардов тенге не попали в казну по вине лжепредпринимателей. Свыше 30 бизнесменов Акмолинской области не выплачивали налоги. Возбуждено 27 уголовных дел. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Один из задержанных – бывший налоговик с 10-летним стажем работы в фискальных органах. 50-летний житель Кокшетау оформлял предприятие однодневки на подставных лиц. К слову, все они уже дали признательные показания, а в отношении организатора махинаций возбуждено уголовное дело. Задержанный является бывшим сотрудником налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, которые, действуя в группе лиц, зарегистрировали предприятия на лица ранее судимых по краже. Сумма ущерба государства в виде неуплаты налогов в бюджет от их преступной деятельности составляет более 500 миллионов тенге. В настоящее время решается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел в отношении Нурбаева и других лиц по фактам создания также и других лжепредприятий.